Тере тулемас тагаси. Сегодняшнему матчу и в перерыве. Опасная атака. Удар. Виталий Андреев исполняет. Короткая, всего три игрока. Никита Соловьев, Андрей Назаров. Андрей прорывается. Попытка отдать на Никиту. Пас не увенчался успехом. И Кохила. Удар. И несмотря на то, что Дмитрий Гусев отбивает этот мяч, игрок Кохила добивает. Добивает его. К сожалению, Григорий немножко не успевает. И снова гол. Снова гол из-за спины. Как раз таки Григория выбегает игрок. Не успевает Гриша за своим. Немножко нелегко ему дается. Итак, очередной. Да! Очередная домашняя заготовочка срабатывает. Это все отрабатывается на тренировках. И стандарт. Очень неплохо. Финтит. Четвертый номер. И даже отдал точный пас. Но Никита Соловьев на месте. Но вратарь Кохила на месте. Здорово. Очередная комбинация. И попади, Никита, попади. Очень красивая комбинация с пропуском мяча между ног. Вяга Илус. Вяга Илус в комбинационном лесе. Покажут нам ребята из Кохила. Это удар. Прямой удар. И Дмитрий Гусев на месте. Победа Сан-Марино. Победа Эстонии, извините. И это хороший результат, хороший показатель работы с игроками Силмета. Мы видим, как Дмитрий Гусев спасает команду, но, к сожалению, отскок снова игроку Кохила. И вторым темпом, так сказать, вторым ударом мы получаем ответный гол. Это был Анре. Перехват Антон Машинистов. Все от Воронцовили. Воронцов, дриблинг, Ялёк, Ясеон, Веров, Вяга, Ялёк, Владислав Воронцов. Метров с 20. Четыре игрока вместе с вратарем сейчас в воротах. Смотрим. Это удар и гол. Владислав Воронцов, номер 75. Вяра Валы. Владислав Воронцов, номер 7. Кументвиз. 50 секунд остается играть. Ребята пасуются. И сумел обыграть. И не попал. Не попал в пустые ворота. Гол не будет засчитан. Да, судья поднимает руку вверх. Это значит мяч свободный. Удар свободный. И это Дмитрий Гусев ловит этот мяч. И 40 секунд остается в этом матче. Дима пытается отдать мяч. Но, видимо, еще не совсем восстановился. И, к сожалению, попадает мимо. И... Отыгрывает один мяч в этой неразберихе. Как раз таки Ян Кристиан Кальма, номер 5, сейчас стоять на ленточке. Он может выйти достаточно далеко вперед. Итак, свисток. И Дмитрий Гусев отбивает этот удар коленями. Великолепный Дмитрий Гусев. 7 секунд. 6. Заброс. Владислав Воронцов. 3. 2. Потеря мяча. Антон Машинистов. И это свисток, дорогие друзья, ФЦ НПМ Силмет Витис Шелемянгу.